Добрый день, меня зовут Тимур, и с вами интернет-магазин gobi.ru. Мы занимаемся продажей теплых натуральных вещей из шерсти и кашемира. У нас имеется два розничных магазина в городе Улан-Удэ и Иркутске, а также небольшой шоурум в городе Москва. Хотелось бы с вами сегодня поделиться нашим взаимодействием с компанией UDS. В 2018 году мы работали с данной компанией. Также у нас была своя рабочая программа лояльности. И мы деятельность, точнее сотрудничество с компанией UDS приостановили. И вот уже спустя 3 года мы обнаружили, что наша программа лояльности устарела. Там очень много багов, критических ошибок, которые необходимо было доработать. Нужно было сделать нашу программу лояльности современной. Мы провели митинг вместе с компании-разработчиком, которая могла бы доработать нашу программу лояльности, и выяснили, что это обойдется нам очень-очень дорого. В этот момент с нами связалась менеджер компании UDS Ирина и предложила сотрудничество, уже рассказав новые фишки, нововведения компании UDS за последние 3 года. И мы приняли решение, что лучше будет, конечно, работать с компанией UDS. В первую очередь мы хотели иметь готовую интеграцию с нашим действующим интернет-магазином. Собственно, мы это и реализовали вместе с компанией UDS. Наши клиенты получили возможность экономить с помощью бонусных баллов, с помощью кэшбэка. Мы, в свою очередь, получили дополнительный канал коммуникации с нашей целевой аудиторией. Так как обычно это стоило нам денег, это с помощью SMS, с помощью рассылок в мессенджерах, с помощью email рассылок. Вот. И тут уже хотелось бы вам рассказать о двух функциях компании UDS. Это автоматическое поздравление с днем рождения, которое можно настроить и всегда подарить положительные эмоции клиенту, точнее уже клиенту, который испытывает положительные эмоции, дать еще больше положительных эмоций и ассоциаций именно с вашей компанией. Вот. И второе, это неофициально называется пушкой. Вот. Это когда наша компания присылает пуш-уведомления, рассказывает нашим клиентам о действующих акциях. И это имеет довольно-таки хороший процент открытий, переходов. Людям это интересно. Люди пока что просматривают на экране своего смартфона уведомления, которые им пришли. И пока что это работает очень хорошо. Также хотелось бы еще отметить возможность аналитики в личном кабинете. Именно мы можем анализировать возраст нашего покупателя, пол, средний чек, частота покупок. Напоследок хотелось бы еще отметить возможность кросс-маркетинга. Это возможность найти партнеров в вашем городе с схожей целевой аудиторией и раздавать сертификаты на энную сумму денег. В нашем случае в кросс-маркетинге это сертификат на 3000 рублей для аудитории, которая готова покупать от суммы 10 тысяч рублей, со средним чеком 10 тысяч. Вот. В этом случае, когда наш партнер выдает наш сертификат, часть клиентов совершают спустя время покупки в нашем магазине или интернет-магазине. Вот. А другая часть просто вступает в карточку нашей компании в приложении и уже спустя время подрегивается с помощью пуш-уведомлений. Был рад поделиться с вами опытом взаимодействия с компанией UDS и желаю вам успехов в вашем бизнесе.